Право штрафовать автомобилистов за парковку на зеленой зоне с этого дня получили муниципалитеты. Поправки в республиканское законодательство подписал президент республики. Премьер-министр России подписал распоряжение о выделении субъектам федерации 20 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам. Татарстан получит почти 254 миллиона. 200 жительниц Татарстана уже начали получать пособие на первенца. Заявление на выплату принимают органы соцзащиты. Его размер на этот год составит 8490 рублей.